В какой стране можно купить опасный фен и что происходит с самой популярной криптовалютой в мире? Об этом не только в нашем обзоре. Фен-огнестрел. Американка Эрика Шоубред купила в интернет-магазине огнедышащий фен. Когда решила впервые воспользоваться покупкой, услышала странные звуки. Почувствовав неладное, включила камеру. Спустя несколько секунд из сопла фена появился огонек, который перерос в пламя. Попытки выключить фен только усиливали огонь. Эрика решила опустить его в воду, но обожгла руку, пока выдергивала прибор из розетки. В конце концов подставила фен под струю воды и все-таки обезвредила огнедышащую сушилку. В США впервые в истории напечатают дом. С такой инициативой выступило одно из американских архитектурных бюро. У проекта даже появилось название «Curve Appeal». Среди главных особенностей печатного особняка – экономный расход материалов и максимальное использование естественного освещения. Именно технология 3D-печати открывает путь для сложных архитектурных форм, делая их создание проще и дешевле. Американец доказал отсутствие фантазии у туристов. Сделал подборку фотографий из Инстаграма, на которых достопримечательности со всего мира изображены как под копирку, с одного ракурса, а люди на них в одинаковых позах. Снимки нашел по хэштегам и смонтировал видео, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Как оказалось, зачастую туристы не наслаждаются отдыхом, а увлечены своими смартфонами в погоне за лайками в соцсетях. Биткоин рухнул. За последние сутки самая известная криптовалюта подешевела на $3000, более чем на 20%. Сегодня стоимость одного биткоина составила $5992. Цена цифровой валюты достигла своего максимума в декабре прошлого года. Тогда за один биткоин давали $20000. Но с начала 2018-го цифровые деньги постоянно дешевеют.